Сколько серпантина в 10 банках спрея? Купил я эти банки в фикс-прайсе за 200 рублей. Цвета есть абсолютно разные. Кстати, если смотришь это видео, не забудь подписаться. Для начала посмотрим, насколько далеко пшикают эти баллончики. Нифига он мощный, я даже не ожидал, что до двери долетит. А что если мы пшикнем его прямо на стену, насколько хорошо он собирается? В принципе, собирается легко, однако после него остается мокрое пятно. Хотя я думаю, это высохнет и на стене следов не останется, но это не точно. Пока мы экспериментировали, у нас уже насобиралось вот столько лапши. А сколько ее будет со всех 10 баллонов? Берем вазу и начинаем туда пшикать. Как думаете, влезет в нее весь серпантин? Но в вазу пшикать неудобно, так что мы взяли большую белую доску и начали серпантинить на нее. Одного баллона даже не хватило, чтобы написать слово лайк. Но я надеюсь, ты все равно его поставишь. Мне говорят, что я балдес, что я вчера с березы слез. Собираем все это с доски, и вот столько серпантина у нас получилось. И кстати, в вазу он как раз таки влез.